Илья Роднин – неоднократный призер районных и краевых соревнований по греко-римской борьбе. Этим видом единоборства занимается с 5 лет. Сегодня в своем первом поединке Илья одержал безоговорочную победу. Бой прошел успешно, отлично. Были сильные соперники. Боевое искусство – моя, в принципе, страсть. Ну, мечтал, чтобы дети могли постоять за себя, защитить свою семью, близких. Фестиваль разделен на 2 секции – карате и панкратион. Второй вид единоборств был основан еще во времена Древней Греции. Сегодня он получил второе дыхание. По словам организаторов, панкратион развивается с огромной скоростью и имеет большую популярность в Краснодарском крае. Воспитывает не только силу и выносливость, но также еще и силу духа. Спортсмен, который занимается панкратионом, воспитывает и физическую составляющую, и духовную составляющую, что не позволит дать ему слабину и на виражах жизни. На соревнования в Анапу съехались сотни спортсменов из Геленджика, Сочи, Армавира, Славянска на Кубани и других городов края. Победители получили медали и кубки. В планах Федерации панкратиона организовать состязания и в других городах Кубани.